Здравствуйте, с вами канал «Удачные рецепты с Анюткой». И сегодня на канале Алкофан мы приготовим ореховый ликер. В этом рецепте грецкие орехи можно заменить фундуком, арахисом, миндалем или фисташками. Также можно комбинировать разные виды орехов в одном напитке, получая нестандартные ликеры, которых не купишь в магазине. Очищенные орехи максимально измельчаем и засыпаем в стеклянную емкость. Не выбрасывайте перегородки с грецких орехов, они нам понадобятся в другом рецепте. Добавляем специи и водку и хорошенько перемешиваем. Плотно закрываем банку и оставляем ее на 30 дней в теплом темном месте. По истечении этого срока процеживаем жидкость через марлю. Из сахара и воды приготовим сироп. Смешиваем ореховую настойку с сиропом. Затем выдерживаем полученный ликер 2 недели в прохладном месте. Получается ликер темного цвета с характерным запахом орехов. Подписывайтесь на канал Алкофан и ставьте лайк.